Всем привет, чудики мои любимые! Сегодня вместе с вами мы поиграем в хоррор-игру под названием The Apartment Next Door, что в переводе «Квартира с четырехугольной дверью». И это компьютерная игра. Давненько у нас с вами не было чего-то такого жуткого, а если это компьютерная игра, значит она должна быть жуткой. Что ж, давайте нажмем на новую игру. Надеюсь, я не какну в кресло. Как я понимаю, это будет игра в ретро-стиле. Так оно и есть. Мы оказались в каком-то длинном коридоре, и, как я понимаю, мы ходим с камерой. У нас еще и фонарик под рукой имеется. Так, мы в каком-то коридоре отеля, что ли? Такое ощущение, что это какой-то отель. В общем, по разговору телефонному нам нужно найти 436-ю квартиру. Это 432-я, значит, нам туда не надо. А почему тут никого нету? Тут даже не слышно поебушек никаких. Неужели я тут один? Потому что если это отель, в отеле всегда слышно какие-нибудь поебушки или какие-нибудь пьяные драки. О, во! Это та самая квартира, в которую нам надо. Неспроста нам дали тут фонарик, потому что тут все черное, прямо как дырка в чьей-то аллигаторской попке. Так, эта дверь закрыта. Что мне тут надо? Нам тут нужно какие-то паранормальные явления, что ли, запечатлять? Как по стандарту. Какая-то картина, трасса там была изображена, пивные бутылки валяются. В принципе, тут, скорее всего, был какой-то дебош. Это прям чувствуется. Тут тоже закрыто. Ну почему? Так, тут вообще какая-то неубранная комната, счетчик какой-то, какие-то коробки ебаные валяются. Управление в этой игре, кстати, какое-то медленное, прям неудобное. Так, давайте двигаться дальше. Тут открыто. Тут же, по-моему, закрыто было. Ну ладно, давайте посмотрим, что там есть. Это, по всей видимости, спальня. Тут, кстати, мигалка есть какая-то. Опять какие-то картины. И это реально похоже на спальню. О, кстати, газетенка какая-то. Давайте прочитаем. Ну, тут, конечно же, все на английском, поэтому мне придется переводить. Женщина 23 года, объявлена пропавшей без вести, четвертая за последние 2 месяца. За пару недель маленький городок Нэшвилл, штат Индиана, был охвачен многочисленными исчезновениями, которые, несомненно, связаны между собой. Местная полиция утверждает, что они прилагают все усилия, чтобы задержать преступника. Они также просят жителей, располагающихся какой-либо соответствующей информацией, сообщить в ближайший полицейский участок. Как будто история из какого-то фильма. Короче, какие-то маничелы разгуливают. Нам кто-то звонит. А где телефон? А, во. Давайте ответим на трубку. А вдруг это маньячелы? Не надо. Как взять-то? Алло. Извините, вас плохо слышно. Можно как-нибудь внятнее говорить? Опять какие-то наркоманы обнюхались и перепутали чей-то номер. Нам сказали прятаться. Запугивания пошли. Ну конечно же, я побегу, сломя голову. Мне страшно, помогите. Вы это слышите? Такое ощущение, как будто чьи-то шаги слышно. Давайте лучше пока не будем включать камеру, потому что мне что-то стрёмно. Блять, не надо! Меня сейчас кто-нибудь схватит за яйца и пизда мне! Я прекрасно слышу здесь кого-то. Помогите, наркоманы проникли в квартиру! Что делать-то? У меня даже с собой перцового баллончика нету. Не, ну я реально слышу, там кто-то шароёбится. Идите все нахуй! Ребят, вы это слышали? Там кто-то дверью хлопнул. Может быть, они меня послушались и съебались отсюда. Но я реально слышал, здесь кто-то шароебился, какой-то хуепутало. Я знаю, что это не моя квартира, но как бы нельзя было поприветствоваться, то хуй знает, кто здесь вообще ходит. Так, тут ничего не поменялось? Да, тут ничего не поменялось. Наверное, сюда они не заходили. Искали что-то, наверное, да не нашли, хлохи. Ладно, ребятки, давайте ходить. Тут закрыто, открывайте быстро, наркоманы. Тут столько пивных бутылок валяется, здесь, походу, реально был какой-то вздож. Нож? Кстати, а нож был бы полезным. Почему главный герой не захотел взять нож? Я просто не могу его подобрать. Так, тут какие-то коробки. Сука, что это было? Ребята, там были какие-то лохмотья. Наркоманы в лохмотья ходят и пугают людей. Я в ахуе, сука, у меня руки трясутся, что делать-то? Пиздец, у меня вся душа в пятки ушла. Я уже всю свою жизнь наперед увидел, что это было, блядь. Пиздец. Не миновать вам пизды, тупые наркоманы. Ладно, успокоились. Мы уже поняли, что мы в этой квартире не одни, над нами кто-то рофлит. Неудачные пранкеры, идите вы нахуй, вы человека чуть до гроба не довели. Либо это чей-то позвоночник хрустнул, либо кто-то обожрался гороха и вонько пукнул. Кто тут навонял, признавайтесь. Так, ванна. Дверь открылась, но здесь никого нету. Может быть, это микробы дверь открыли какие-нибудь. Дверь больше не закрывается. Ну, короче, тут кто-то шароебится, и тут какая-то записочка, наверное, опять. Нас сейчас напугают как-то. Напоминаю, я прятала ключи от ящика, на кухне. Короче, там было написано «кухня». В этих ящиках нихуя не наблюдается.
а эти не открываются. А, нет, открываются. Что-то их как-то трудно нажимать, а этот вообще не открывается, на нем листочек какой-то. Ну, короче, на этом листке было написано, что ключи прячутся где-то на кухне, давайте искать. В каком-то ящике должны быть ключи. Где же они? Может быть, где-то здесь? Здесь опять какие-то пивные бутылки, здесь кто бухал? Чего меня-то не позвали? Надеюсь, мне больше никто не позвонит. Вот, блядь, нож лежит кухонный, возьми его для самообороны, придурок. Еще какой-нибудь наркоман подкрадется, можно будет этим ножом их в мясо просто раскромсить. О, кстати, а вот походу и ключ. Да, это ключ. Больше было похоже на ножницы. Ну нашел я какой-то ключ, чего дальше? Дальше-то чего, эй? Кто на меня тут еще прыгнет, кто тут еще пукнет, какая дверь тут еще откроется? Что ж, давайте воспользуемся ключом. Что это такое? Какая-то фотка непонятная. Какая-то улика, скорее всего, но она мне нихуя не дает. Тут все слишком загадочно. Какой придурок так надежно спрятал в ящике, а еще и ключом запер какую-то картину. Пипец, блин. Главный герой, хватит пердеть. Картина, кстати, та самая, которая была в ящике. Мы ее нашли. Тут реально такие звуки странные, скрипящие, как будто кто-то своим очком распердывает. Так, ну ладно, мы на кухне. Давайте уже что-нибудь, да, отыщем. Телефончик. Может, позвоним кому-нибудь? Не, не будем. Не будем мы такой хуйней заниматься. Давайте двигаться. Мы, в принципе, уже всю квартиру-то исследовали. Свет замигал. О, кстати, тут можно наклониться и проникнуть сюда. А это что за звуки? Опа. Опа-па. Тут кто-то томатную шавуху повесил. Блять, без рофла, кто это вообще? Зачем его повесили? Как он держится тут? Что это? Блять! Ты кто такая? Тебя что, током уебало? Я чё на башке? Ты вообще кто? Мандавонь! Проваливай отсюда, вэ! Ну чё она сейчас делает? Прыгнет на меня, как это обычно бывает. Напугать меня хотела, да не получилось. И где она? Уперла куда-то. Может, она сзади? Не, нету. Опа! И молоточек, его здесь не было. Она мне молоток оставила. Нифига себе, какая щедрая. Ну, короче, с богом, чувак, а я пойду. О, радио, давайте Леди Гагу включим, успокоимся. Не включается. Картины, кстати, тут просто охуенные. Почему радио не работает? Мне нужна музыка, чтобы успокоиться. Чемодан какой-то или это коробка? Ну, в общем-то, мне неинтересно, это не мое. Я вообще здесь гость. А хули тут плинтус засветился? Вы смотрите, как мечик из Звездных Воинов. А хули телек не работает? Я гадалку хотела посмотреть. Пидорасы. Вот что могут значить эти картины все? Телек не работает, радио не работает. Да ебал я все это в рот. Одни пивные бутылки. Опачки. Кто-то включил свет, вы посмотрите. Там кто-то стоит! Кто это? Наркоманы, помогите, бля! Я, короче, свет выключил, стою, жду. Когда эта мразь свалит куда-нибудь, там кто-то ходит. Ладно, похуй, это же всего лишь игра. Поэтому выйдем. Вы это слышали? Я, пожалуй, снова закроюсь. Меня тут нет. Все, нет у меня. Там кто-то ходит, кто-то что-то делает. Пидорасы вы, кто такие, нах, ваши рептей? Уходите отсюда, вей. Ща мои кенты подъедут, вам тут всем жопа будет. Наркоманы ебучие. Ладно, ребятки, давайте выйдем. Ну кто это вот стоит? Там какая-то мразь стоит, что делать-то мне? Там какая-то залупа стала промеж дверей и... Спасибо, бляха. Меня заперли. Заебись. Ну выпустите меня отсюда, пожалуйста. Я больше не буду. Мамочка, помоги. Спаси. Мама, мама, мама. Неадекватные, сами меня заперли и ломятся теперь. Проваливайте отсюда, мандавони. Никто вам дверь не откроет. По ебальнику себе постучи, мразь! Не открою я вам! Ой, а дверь-то уже открыли. А что делать-то в этой безвыходной ситуации? Я не хочу выходить. Я чувствую, меня схватят за яйца и на люстру подвешают. Ну ладно, была не была. Выходим, чё бояться каких-то наркоманов? Аккуратно, аккуратно, аккуратно. Тихо, тихо, тихо. Фух, вроде никого. Ребятки, а тень-то все стоит. Кто там? Это нормально? Там никого нету? Ну, была при этом тень. Вот это вы фокусники, конечно. А я, блядь, срался в штаны. Ну, вообще, ебучие наркоманы. И на потолке никого нету. А то еще прыгнуть, не дай бог, мне наебало. Я этого не хочу. Когда я уже отсюда уйти смогу? Кухня тут пустая, выпивка уже вся выпита. Тут нечего ловить, чувак. Надо съебывать отсюда. Ребятки, смотрите, что нашел. Тут кирпичи поломанные. Там какой-то секретный проход? Походу, да. Мы что-то ломаем. Охереть, тут кассета? Я думал, тут проходик. Это ебаная кассета. И что она мне даст? Я этой кассетой кому-нибудь в ебло врежу. Не дай бог, какая-то скотина ко мне сейчас подойдет. Какая-нибудь лохматая дура.
сдались вы мне, уроды. Выйти нельзя, значит, я еще не все сделал. Ну, мама, не хочу. Ладно, давайте уже вставим эту грязную ебучую кассету и посмотрим, какие мультфильмы нам тут покажут. Надеюсь, без порнухи не обойдется. Так, заставка точно такая же, как и в меню. Так, нам показывают какой-то видеофайл. Причем видео натуральное. Вот это квартира ебаная. Охереть. И что это может значить? Вы что-нибудь понимаете? Я нихуя не понимаю. Какие-то отрывки, все загадочное. Ну и чего? Я нихуя не понял, ребят. А вы смотрите, тут чьи-то кости показывают. Мне вот интересно, возможно, этот висящий труп это и есть та пропавшая девушка из газеты? А хули экран потемнел? Мамочки, вы это слышите? Это что за звуки, блядь? Я же слышал, как этот труп чавкал. Блядь, я пойду отсюда, у меня уже скоро крыша поедет. Кто это нахуй чавкал, я не понимаю. Ладно, выползаем отсюда. Зачем я вообще сюда залез? Ё-моё, ну харе мучить меня уже. Можно я уже пойду домой, кушать чебупиццу и смотреть сериалы Netflix? Я не могу больше оставаться в этом дурдоме. Может, все-таки мы уже сможем съебаться отсюда, вы? Ура, наконец-то! Все, бежим, бежим, ребятки, скорее на выход. Я этого ждал все свое прохождение. Так, это кто? Наркоман! Бежим, бежим, скорее на выход, быстрее, быстрее, быстрее! Фух, оторвались. Досмотрели это видео до конца. Вот и чудненько. А теперь быстро позъебали и подписались на мой телеграм-канал. Кто не подпишется, тому хуй отгрызу и проглочу. Аха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 хah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